Майкл Дуглас в триллере «Не говори ни слова». В субботу на канале «Россия». Чистый цвет, дерзкая форма, яркая комбинация, неподражаемый стиль. Nokia. Ждите премьеры. Каждое значительное открытие незабываемо. Но лишь одно обладает столь изысканным и неповторимым вкусом, впитавшим в себя богатство немецких пивоваренных традиций. Варштайнер. Остальное неважно. Что сегодня на обед? Китикет жаркое с овощами или курочка с овощами? Разнообразие вкусов, каждый из которых заряжает Бориса энергией на целый день. И это так вкусно, что хочется плясать от радости. Китикет. Корм энергичных кошек. Каждый день это новые испытания, поэтому я пользуюсь новым Man & Speed 24 на 7. Новое поколение антиперспирантов защищает 24 часа 7 дней в неделю. Man & Speed Stick 24 на 7 обеспечивает исключительную защиту от пота даже при экстремальных нагрузках. Благодаря его термоактивной формуле вы получаете максимальную защиту в течение 24 часов 7 дней в неделю. Невероятно! Новый Man & Speed Stick 24 на 7 гарантия защиты 24 часа 7 дней в неделю. Что сделать? Остановка завод. Неловко? Совсем нет. Шариковый антиперспирант «Секрет» – это лучшая защита, смягчающий бальзам и устойчивый аромат. Лучшая защита на целый день. Ты с кем? Я. С тобой. Шариковый антиперспирант «Секрет» – верный секрет женских побед. Почему я так устаю? Нет сил даже для семьи. Муж в плохом настроении, сын скатился до троек. Что с нами случилось? Снижение работоспособности, раздражительность, ухудшение памяти и частые простуды – признаки йода-дефицита. От заболеваний щитовидной железы вашу семью защитит йода-марин – препарат из Германии. Принимая йода-марин, вы будете получать суточную норму полезного йода. Йода-марин, одобренный Международным фондом охраны здоровья матери и ребенка, вернет вашей семье бодрость и радость каждого дня. Йода-марин для здоровья каждый день необходим. Новый телефон LG G1800 в 64-голосной полифонии. 64 мегабайта встроенной памяти. USB-загрузка файлов в любом формате и MP3-плеер. LG G1800. MP3-общение. LG. Все, кажется, приехали. Может, еще раз вовнутрь заглянуть, а? Да там столько всего. О! Я знаю, там маховик есть. Ну все, хватит болтать. Ладно, девчонки, главное вовремя заправиться. Ролтон. Золотая кружка. Когда надо заправиться. Привет. Привет. К празднику готовишься? Да гости приехали. Знаешь, возьми-ка лучше литровый АОС. Он отлично отмывает жир и, главное, сам полностью смывается водой. Экономь, но не на себе. АОС. Экономьте, но не на себя. Я люблю свою семью. Никакой Чайковский не сравнится с чаем Лисма. Крепкий, терпкий, ароматный чай Лисма. Настоящий Чайковский. Известно, что употребление сахара может служить причиной возникновения кариеса. Так что же, есть меньше сладкого? Не отказывайте себе в удовольствии. Ешьте сладкое, если вам этого хочется. Я считаю, что ухаживать за своими зубами не так сложно. Это обязательно должно войти в вашу привычку. То есть посещать стоматолога, чистить зубы 2 раза в день. И не забывайте жевательную резинку Орбит после каждого приема пищи. Орбит снижает риск заболевания кариесом на 40%. Стоматологи рекомендуют Орбит. We'll be right back.
Помните, ничто так не защищает ваши зубы 12 часов днем и 12 часов ночью, как Colgate Total. Одна зубная паста и днем, и ночью. В кинотеатрах с 3 февраля. Итан Хоук, Лоуренс Фишберн, Джон Легуизамо, Джа Рул. Нападение на 13-й участок. Мир, ограниченный прямоугольными формами, далек от совершенства. Представляем микроволновую печь LG WaveDome. Форма круга более совершенна. LG WaveDome. LG. Мир новостей, Авторадио и Рамблер представляют. 13 февраля в Кремле премьер-министр Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе, Людмила Гурченко, Борис Моисеев, Лайма Вайкуле в концерте Тима Брейтбурга «Просто песня». Найти главаря преступного мира может только один человек. Агент специального назначения по прозвищу «Титаник». Его задача – внедриться и нейтрализовать. Николай, для своих Никей. Георгий, он что, легенду забыл? Может, он импровизирует? Он всегда импровизирует. Сегодня охранник, завтра зэк, послезавтра депутат. Так вот ты какой, северный олень. Детективный сериал «Возвращение Титаника 2». Премьера с понедельника по четверг на канале «Россия».